Председатель синодального отдела по делам молодежи посетил святыни Екатеринбурга. По приглашению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в столицу Урала из Москвы прибыл протоиерей Кирилл Сладков. Свое пребывание на уральской земле священнослужитель начал с поклонения святыням монастыря в честь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Также он сослужил богослужения, которые были совершены архиереями, прибывшими на праздник собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Тема мучеников 20-го столетия является важной для отца Кирилла. Об этом он рассказал участникам православного молодежного движения на молодежном пресс-клубе в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Лежал в руках их личные дела. И видел и пятна, возможно, от крови, возможно, от слез. Видел судьбы людей, которые уходили туда, в лагеря. И многие подписывали. Но еще больше тех людей, которые говорили, что они не лгуны и не предатели. И Господь для них всегда будет на первом месте. Их вера не будет поколеблена никакими лживыми обманами и обещаниями. И сегодня мы их вспоминаем, и сегодня мы их прославляем. Также председатель синодального отдела обсудил животрепещущие вопросы молодежной политики на встрече с руководителями и сотрудниками епархиальных отделов по делам молодежи Екатеринбургской митрополии и руководителями братства православных следопытов. Человек скажет,